И алоха, амигос, мучачос, мы в тропиках, и я с тех пор ничего не делал. Поэтому, ух ты, а вы еще, оказывается, как эти называются, компаньонские. Я ничего не делал, поэтому у меня, так, в принципе, это можно все скинуть, то не надо так. Лимон можно взять, еду обязательно надо взять, баум взять, 9 этих, кружка, пенуцы, и наматос какао, да? Кокосы, чё это у нас тут такое психованное носится? Вот, ну и в общем пошли изучать эту странную штуку, как... Ну, я не знаю. А, скулу воздух. Вау. Мучачас, амигос. Я не хотел вас. Офигеть. Ай, а ты что тут еще делаешь? Да. Я, ты, тварь зеленая. То есть, если тебя обидел, то ты уже тут надолго. Да. Фу. Эй-э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 й
Даже поесть не могу. А, вроде в воде меня не трогают особенно. Фу, блин, еле-еле. Ах ты ж, какие они тут шустрые. О, крякнулось. Окей. Я этот мод абсолютно не знаю, поэтому какие тут... И что нас тут ждет? Я... Ой, чё такое? Так, блин, надо восстановить энергию. Фиг. О, квадратное что-то. И ты туда же. Иди сюда. До свидания. Правда, у нас тут тропинексант. И что с него сделать можно? Глэз. Обыкновенный сант. Так, мне надо вот те штуки. О, еще одна игуана. Твик. А ты сейчас будешь вечно злая, да? Пока я от вас... О, а это что такое? Что-то было. Маски какие-то. Хм. Так что не обижайтесь, если я тут буду немножко тупить, потому что я этого мода абсолютно не знаю. Абсолютно в прямом смысле. Так, мне надо... Кокоси. Ить. Так, а что я тут добрать не могу? Вижу, и кокосы есть, бананы, чунга-чанга. Ставим это сюда. И ить. Кокоси. Еще кокос. Кокос. Так, о, этот чукчу сходит. Так, что с этих можно сделать? Юзыч. Жарить. Ты, друган, иди сюда. О, ты еще и драться хочешь? Помри. Так, вон еще один чукча ходит. Эй, ты, чайна. И что, и что, и что? А, они, то есть, тут респаунятся вечно. И постоянно. Так, что у нас тут еще интересно есть? Это что такое? Что-то отравляющее. Так, это что? Кофе-плант. Ага, по листьям ходить можно. Это хорошо. Ты кто? Что ты? Какие-то бешеные. Я-то думал, тут, знаете,
Что меня лупасит? Что тут происходит? Кофе бинс. Так. Что-то прыгает, что-то умирает. Интересно, это что такое? Это, я так понимаю, какие-то местные лягушки, они очень... то, чтоб вас Кондратий тронул. Так, вот они, коконуцы, эти самые. Ого, они меня тронули. Вау, красоты. Какая, слушайте. Мне это нравится. Так, Маскус и Ластус. И жук. И ныряем. Маски. Так, а чё? О, работай. Жук. О, другое дело. Так, что из вас сделать можно? Ничего, вы чисто декоративный. Так, поесть под водой. Так, из кофе что можно сделать? Крафт кофе, кофе бейнери. Ростед. Из них смелтинг. И чё, и всё? И, значит, кофе... Ничего из кофе сделать не можем. Ну, ладно, не можем, так не можем. Так, там что-то летит. Вот, мне надо эти кокосы. О, уже всем не понял. А, понял. Так, вот эти вот надо штуки. Жуй кокосы, есть бананы, чунга-чанга. Это что еще такое? Так, опять ты тут. Опять вот тут. Друзья, вы мне уже... О, там чего-то... Нет, там деревья. Так. Них мне толку никакого. О, игуаны, вы от нас... Ага, то есть, если я вас не трогаю, то вы меня не трогаете. Через какое-то время. Ладно, не будем трогать. Чудо я в ластах и... Вот. Так. Что еще у нас тут интересного есть? Пока мисс ничего интересного не вижу. Там что-то такое. К счастью, я быстро плаваю, так что можем... Ага, и тут не тратится. Так, хорошо, плывем одно. Оба, это что такое? Чудо квадратное. Красивое. Красивое квадратное. Так, ну. Вода тут прозрачная и очень красивая. Так, это у нас просто деревья. Вот туда хочу. Марья Ивановна хочу. Так, плывем туда. Вот. Эти самые есть у меня уже. Из какого это интересного мода? Это что? Чук оф хэнд. Интересно, что внутри? Может, там замок какой-то или еще что-то? Судя по всему, там ничего. Вау! Кроме лавы нету. Так, понятно, там лава наверху чего. Так, папуасо. Иди отсюда. Я тебя не трогал, и ты меня не трожь. Все, кто меня не трогал. Так, блин, что у нас там наверху-то? Жутко интересно. Вот, что-то булькает. Ну что, там лава есть, это 100 баллов. Хм.
О. Вау. Ребята, и... Ай, ты ж хороший, да? Цветочки. Ага, тут хорошо качать лаву. Больше тут вроде ничего нет. О! Вы это видите? Это я не видел. Божок с алмазными глазами, что ли? Это надо ценить. Это уже больше интересно. Так, как до него добраться только? И не урвать от этой вот обезьянки, блин. Как они меня бесят. Так, игуана. Надеюсь, ты на меня не напрыгнешь. Или кто-то там... Малая черепашка по имени Наташка. Так, вы уж извините, я тут по... Так, забираемся наверх. Дай мне свои глаза. Ну да, алмазы. Block of diamond. Чтоб тебя. Блок алмазов в дребезги. Да я тебе за это. Так. Интересно придумано. Не, ну правильно. Пришел, испортил хорошую штуку. И безнаказанно. Да. Айоха! Блин, два алмаза про... ну вы поняли. Идиоту, кретину. Так, что вот... Тут у нас кто-то... Это что еще? Ва-ва-ва-ва. Ты чё маленьких обижаешь? Ты кто такой? Аш Хантер. Эй, ты, вау, я тебе... Ладно, не будем трогать. Какой-то... Фроги. Вы что такие... Ты что такое дерзкое, а? Нифига себе, тут едой надо. Ладно, пошли более лучше из кого. Тут еще этих лапок полно. Так, что еще у нас тут интересного? Шук. Под водой плаваем. Ладно, вернусь, когда найду еще что-нибудь. Так, особенно я ничего не нашел. Ну, тут вот нашел подводный разбитый корабль. Это довольно-таки мне стало интересно. И что это у нас такое? Марагуана планк. И что у нас тут в этом корабле? Что? Чего не всегда это срабатывает? Да блин, иди отсюда. Как ее взять? Тут что, айтем физик работает. Так, что нам тут не надо? Red Animation. Так, что ты получаешь? Рецепт. Usage. Crafting table. Ага. Рецепт. Что ты получаешь, я не знаю. Так, вот там какие-то кусты еще вижу. Ну ничего особенного нету, пока я не видел, вот кроме тех двух про фуканных даймондов, ничего интересного пока я не нашел. Блин, два даймонда в дребезги. Да я... Коралл риф. Так, что это у нас такое? Грейпфрукт. Не сбивается.
Так, опять эти чум-бумба-юмба ходят, которые мне не нужны. Так, ну что-то я тут никак найти ничего нового не могу. Так, еще он остров. О, еще один корабль. Может, там чего? Поплыла к нему. Так, приближаемся к очередной лодке. О, чего-то есть. Боже, ты там профукал. Бамбук? И все? Блин, такое ощущение, что я в той лодке что-то профукал. Еще можно, во-первых, сделать так. Я взял. Ладно, попер я обратно, а то вдруг я там что-то профукал. Ага, так и есть. Вот он, ящичек. И что у нас тут? Бамбушут. Так, кто мне... Чё за... Фу. Кто мне объяснит, для чего это все надо? Так, чё воздух пропадает? А, если я под поверхностью плыву, да? Ясно. Так, ты что у нас такое? Коралл риф. Ладно, плыву я дальше, может, еще что-нибудь интересное найду, пока ничего. Так, долго плавал и нашел вот такой довольно-таки странный баобаб. И что это такое, я не знаю. Поэтому, если я сейчас помру, то уж не обессудьте. Так, что это? Блин, опять эти лягушки. Идите отсюда. Сумасшедшие твари. Да иди отсюда. Прыгают как сумасшедшие, блин. Они вообще-то прятаться должны в природе. Блин, только травят и толку от вас никакого. Ты, игуана, ты, надеюсь, меня трогать-то не будешь. Ну, вот тут хоть что-то подобрать можно. Так, что же это у нас тут такое? Угу. Ты, надеюсь, там не пустой, точнее, не полый внутри. Во. Ага, вот. Вот. Вот где у нас эти ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва. Так, значит, надо поесть. И понять, что это такое. Понять и простить. Так, пошли наверх, наверное, залезем. О, еще одна сумасшедшая тварь тут носится. Да, блин, иди отсюда. Ого, тут у вас... Так, вяве ты. Мне интересно, что там наверху. Так, хоть что-то новое интересное нашел. Так. Ай, ладно. Пошли по простому пути. И тут вяве, да? О, скряшечек. Ага, тут поесть есть чего. Так, чё мне не надо? Коралл риф. Коралл риф может поставить, можно. Так, Иван, плиз, нафиг. У тебя тоже нафиг. Вот это есть можно, это можем забрать. И кока-бум. Ага, кока-бум. Кока-бум, место цветка. Это забрали, а это что такое? Тут у нас, значит, эти вавяви живут. Вау! Еще тут что-то.
Так, а где мои фонарики все? Белые фонарики. Так, их блокировать. О, там я смотрю. Иди отсюда, подъеду. Аборигены местные. Еще и ниже можно опуститься. Ого, тут данжик. Ай, ё-моё. Давай, всплывай. Так, это становится совсем интересно. Так. Так, тут где-то должны эти шляться. Нету? Нету. Так, теперь это убираем сюда. Так, мне для начала нужен верстак. Верстачок. Крафтинг тейбл. Так, тебе нафиг. Крафтинг тейбл ставим сюда. Это все, что мне не надо, сюда. Так, кокос. Кокосы, бананы. Кокосы есть, бананы. И, в общем, чунга-чанга. Так, раз, два. Делаем два этих самых. Так, что мне надо? Мне банк кокос. Пиноколаду я имею. То есть домой я уже вернусь. Дирт не надо. Так, что нам тут надо? Скейлов сбросить. Бамба чует. Вот это я даже не знаю, что это такое. Это не надо. Это не надо. Так, лимон убираем. Эту пока ложим сюда, чтобы, не дай бог, портал не уничтожить. Так. Мне еще надо. Так, ты иди, плиз, нафиг. Так, бомбы есть. Это не работает в этом мире. Это не съесть. Так, это скидываем с ящики. Банана. О, побольше. Сделали. Так, это сюда, сюда. Коконут чанг. Эти сюда. Это можно есть. Пиноколаду одну сюда. Это мне пригодится в качестве свечек. Так, рецепт. Это уголь надо, ясно. Так, идем обратно. Так, покушать надо. Я понимаю, тех я отправил сюда, и они задиспавнились. Ладно. Так, у нас есть бомбы. Угу. Спавнер даже есть. Чпок, его взять можно? А, этот не берет. А разбить... Ё-моё, не толкайся. Ага, эти можно сбить. Хорошо. Лезем наверх. А так тебя взять можно? Не берется. Не тот мод. Так, как наверх тут забраться? Вот, по льянам. Тут... А, это тут эти агуаны ползают. Мне они не нужны. Так. Вещи. Выше только крыши. Так, тоже агуаны. Но они, в принципе, не спавнятся, так что их можем оставить. Так, пошли вниз.
Где-то я там видел дырочку. Попробуем туда вмахнуть бомбу. You don't have permission of the coconut boat. Check the bullet list on tropical craft. Ой. Tropical config file. Офигеть, я не могу использовать. Смотрите свой конфиг. Ну и фиг с вами. Так, что тут у нас под дном? Песок? Типа ничего нету? Ну, может, я не знаю, если что-то вы знаете про подземную эту вот пещеру, говорите. У меня путь есть. Так, еще на повестке дня что осталось? Осталось сходить под землю и посмотреть, чего там. Может, я найду, ну, допустим, тут удобное место. Ага, ты злая на меня, да? Ты, потому что ты тут местный, видел, как я твою папу-маму на труба вертел, да? Ладно, ясно, будем знать. Так, кстати, у меня есть этих скелл. Так, usage. Угу, можем себе из твоих собратьев сделать тропик броня. Ну, первая тропик броня, которую я могу сделать, оказывается. Так, и... Вот. Угу. Так, это мы все снимаем пока вместе и одеваем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А остальная сколько нам дает? Чуть больше. Ну ладно, походим в скель броне. Идем под землю, зароемся, посмотрим, что у нас под землей. Довольно-таки интересно было бы узнать. Блин, лопаты нету. Путешествует, так путешествует. Так. Надеюсь, тут не один песок, где-то и почва начнется. Вот, начинается почва. Так, значит, мне надо сделать следующее. Пробить тут, поставить свечку, пробить вот этот. Шмук. Окей. Ладно, ставим дерево. Еще один слой уничтожить. Вот. Так. Ну что, я пошел под землю, и если что-то найду интересное, точнее новое, я вас позову. Так, вот она, оказывается, руда, которую Эквалис Шардс, из него можно сделать азурите блок, да, юзич. Никак он не используется. Что такое? Экс. Ага. Экувар. Так, а из чего делается тропиккрафт, та вот штука? Циркониум. Ага, значит, идем под земелье искать циркониум. Я так полагаю, он будет где-то в этом... Ну, наверное, под землей. Я так думаю. Так, это нас меньше всего интересует. Так, что у нас по пещерам? Ну, раз он есть, его надо собирать. Только вот удручает, что нету из чего мне сделать факела. Так, это что такое? Так, тут ничего интересного. Так, ищем уголь. А вот же уголек. О, и этот самый... Какой-то там цирконим. Так, уголек у нас есть. Значит, я смогу накрафтить себе факела. 16 штук. Вот. Так. Хорошо. Идем глубже и глубже. Мне надо новые руды. Так, что у нас тут интересно? Обыкновенное. Так, пока есть один лишь... Вот этот вот EOD
Телите. Ну, во всяком случае, инструменты халявные из него получаются, так что пока месть так. Так, это уголь. Ага, значит, мне надо спускаться куда-то пониже. Так, это все еще тот же. Так, извините, перебили меня звонком, а тут кто-то... Тут уже начинаются на уровне 26 какие-то новые руды. Так, циркониум. Ага. Циркон. Это ага, лопаты всякие можно делать, переплавить этот цирконий и использовать. А, циркониум кристалл с алмазом. Ясно. Значит, мне его искать надо. Так, ну как-то бегать по пещерам придется. Все же я не зря спустился. Это все дело находится тут. Во, еще циркониум. Так, вначале светим, конечно. Так, а как-то палочка делается еще раз. И азурита. Циркониум, это понятно. Так, мне его надо, значит, накопать. Ядрит, мадрит, так, два алмаза и смелтен цинкориум. Так, раз, два, три, четыре, пять, восемь, 16, что считать-то? Так, циркониум, у меня только его 5, значит, мне его надо накопать 16. А вот еще пару кусочков. Так, 13. Под землей никого я не видел. Так, это тоже можем взять. Так, цирконий. Так, вот еще ниже можем опуститься. Это уголь, мне он не нужен пока не. О! Так, он начинает подлагивать. Так, 16 циркониума имеем. Еще было бы неплохо найти тут алмазики. По пути. Блин, два блока алмазов. Дребезги. Так, что у нас тут светится? Лава, естественно. Так. Ой. Не то. Блин, а где же этот? Ладно, этот тоже накопаем. Вещь вроде бы полезная. Из него инструменты делаются. И сейчас в лаву. Во, вот это пропустить я не могу. Так, что тут у нас? Ничего. Так, где мои палочки? Где мои угольки? Отдай сюда. Так, блин, а где мне искать этот цирк? Как-то его там называется азуритый блок. Я чувствую, он такой же редкий, как и алмаз. Так, это на мне печечку. Так, что тут делаем? Ладно, идем вниз, начинаем копать внизу. Ладно, еще найду по заводу, тут уже покопайка начинается. Хм, я нашел странную вещь. Эта броня защищает от огня, как вы видите. Она обладает термозащитой. Я нечаянно упал в воду и как бы чуть не сгорел. Вот. Ну, докопался я вот до сюда. Так, тин нафиг, тин нафиг. Неплохо ляписа тут есть. Так, кол пока удаляем. Неплохо ляписа тут есть. Да? А что из ягуана? Только броню. И фулл сет дает защиту от огня. Неплохо. Неплохо, я бы сказал. Так. Вот там меня интересует, что там есть. Новые кристаллы я пока не нашел. Они могут быть или под лавой, или над лавой. Или вообще где-нибудь из глаз какой-нибудь монстр выбить можно. Во. Вот этого. А вот эти вот руды, я так смотрю, в основном встречаются возле лавы. Возле лавы так довольно-таки немало всякого приятного и полезного. Так, что-то вот нужного особенно я тут не нахожу.
Это алмазы какие-то или еще что-то. Вон это. Воу, сколько его тут. Ну, забираем. Вещь, как бы, руда полезная. Где еще тут я видел? Недавно. Так, там что-то синенькое. О, любимые кристальчики. Эть, попал. Так. Это хорошо. Вот этих кристаллов полно. Только вот вопрос, они нужны ли они мне? Ну, возьмем, не жалко. Так, лазурит мне тоже, в принципе, пригодится. Это охлаждающая жидкость в индустриале. Так, тут можно вылить. Ой-ой, темно, темно, страшно. Вот, надо этот поставить тут где-нибудь. То тут мне темно и страшно, как я уже повторил. Так, это что такое? Это Project Red. Да. О, еще. Ну вот из этой можем сделать какую-нибудь полезную кирочку. Может, она мощнее какая-нибудь или с каким-то эффектом. О, еще. Я даже не знаю, зачем ее столько много, но... Так, юзач надо вспомнить, для чего нам нужна. Циркониум. Ну вот броня мне понравилась. Вроде бы ничего особенного, а от лавы сохранила. Вон еще. Блин, да тут ее так много. А вот где достать этот другой кристалл, я не знаю. Ясно. В общем, подземелье я более-менее изучил. Я думаю, за кадром я поищу, где найти... О! Второй кристалл. Так. Вот. Так, а хотя можно сделать проще. Так. Азурит. Азурит. Не фе, азу. Асу. О. Эрол пезу. Азуритый блок. Азуритый блок. Азуритый ор. Так, азуритый блок. Азуритый кристалл. Рецепт. Азурит блок, азурит кристалл. Так. И что у нас тут еще есть? Сифтер. Какие еще приборы есть? Так, это из чего делать? Спирит. Fire chest plate. Что еще у нас тут есть? Tropical fish eggs. Так, ладно. Дуем домой. И будем чипать, думать будет. Значит, этого нету, да? Так, где там портал телепорт? И давайте смотреть. Для начала делаем печку. Так. Ставим. Так, азуритый блок. Азуритый блок. Так, его может пережарить надо как-то? Нет. Или просто поставить и сбить? Нет. Азуритый блок. И что с тобой делать надо? Юзич. Ничего. Маунвар. Блин, непонятно, как его получить. Азуритый кристалл. Сифтер. Так, ладно, у меня есть пина колада. Одно оставляем тут, это мы забираем. Что еще мы можем забрать? Так, санд не нужен, камень не нужен. Это забираем, это забираем.
Что еще? Ну, фонари оставим, я и там их сделаю. Джунгл Вуд не надо. Кости, 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 банс нужны. Чинков Хэт. Так, это что, декорация, ясно. Так, берем в руки пина коладу, ныряем и давай домой дуем. Так. Я дома, надеюсь. Давай, плыви. Плыви. Фу, долгий путь домой. Закончился успешно. Вот. Мы дома. Ага. А порталы, значит, там свои, тут свои. Это хорошо. Так, все, что связано с... Так, для начала кофе. Разбиваем на кофе бинс и пережигаем. Так, ты. Три. Так, три атак дамидж. Топор 4,5. Меч 5,5. А из вас какие получаются? 6,5. Значит, этот получше материал будет, да? Мы тебя скидываем сюда. Так, это тоже сюда. Лазуритик сюда. Пиноколаду сюда. Кофе Фрокс ей сюда. Бамбл Чест сюда. Косточки сюда. Так, этот пока мы списываем. Довольно-таки неплохой. Его можно, наверное, еще и зачарануть. Да. Мне вообще-то он понравился. Так. А что, у меня нету... Так, бинсы. Шмук. А, то есть опыт остался весь там. Тут где-то надо что-то пережарить, чтобы получить чуть-чуть опыта. Так, тут у меня подгружены чанки были, надеюсь, и ничего не взорвалось. Вот. Так, значит, за кадром. Что я собираюсь сделать? Построить... Так, тут, ага, вот, как всегда, да? Или закончилось? Нет, есть. А, влаги были небольшие. Так, тут все забито. А, все забилось. Все. Молчи. Женщина, я сам знаю все. Так, это понятно, понятно. Все работает, все движется. Так, это 17, 74. Тут у нас, ага, слоя подземного еще нет. Так, забираем это. Обсидианчика чуть накопали. Этот золото можем забрать. Ну, в принципе, пока еще хватает. Так, что у нас там? Я не хотел нырять. Ну... Так, вроде бы видно, как он там копает. Так, тут у нас все забито. Давайте в движки перекачаем немножко, чтобы освободить место. Вот. Ну что, я думаю, на сегодня хватит. А завтра мы еще сходим в этот. Я не знаю, как этот... Ну, азуриты блок я получил. А как его превратить... В эту самую вазурит, я не знаю. Может, его алмазами обкладывать надо. Так, алмазы. У нас один штук есть. Может, с алмазом как-то смешать? Нет. Так, где я положил? Еудакита, вазурит, зрит. Циркониум, юзать циркониум. Так, юзать, это что у нас по блоков циркониум? Юзать, они никак не используются. Так, мы его можем поработать и получить циркониум кристалл.
Этот мы ничего не можем сделать, можем только как-то получить вот этот корень блок. Так, кары боу, курары боу, смалдрум, сифтер. Вот это интересно, что это такое. Сифтер, или его уже делал? Сифтер, стекло. Стекло одно штука, может его просифтить как-то надо. Так, сифтер. И чё? Да, надо будет юзать. Ну, это неинтересно. Так, если через тебя, ну, это не пойдет. Сифтер, ну, это просеиватель переводится. Сифтер. Нет, не сифтится, но сбивается. Так, хорошо. Ладно, разбираюсь в следующий раз, что и из-за чего это. Так, алмазы сюда. Это я все сюда скидываю, да? Так, уголь сюда. Ну вот, голд сюда. Обсидиан сюда. Так. А, падает. Так, эта штука работает? Работает. Видите, уже 9, как его, мать его, уже 9, ну, в общем, ферма такая вот мини, но работает. Все хорошо. Вот, с вами был Альвинос и... Так, это сюда, эти сюда, игуан скелл это сюда, это оставляем, лимон, юзич, так, что это дает, и что с вами сделать, рофебин, а из них, тин, и что с вами делать, Лев Бал. Тропикал коктейль. В общем, я не знаю, что с этим всем делать добром. Так, а и вас узит, это пережарить. А кофе Курары Боу. Чунко Хэт. Бомбу Шуйпс. Бомбовый Флойд. Перепит тоже не ясно. Ладно, попробую поизучать за кадром этот мод. Что сейчас ни хрена не понимаю, что с ним делать. В любой момент я могу туда вернуться, если что. Вот. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Счастливо. Что-то я забыл еще. Вот. Ладно, пока.